И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на этом долбанном гребаном генезисе, который меня уже, честно, достал. Ну, неинтересны мне эти миссии. Ну, что поделаешь? Часть игры, мать ее. Короче, сегодня мы пойдем за магмозавром. Точнее, за яйцом магмозавром. Не знаю, буду я выращивать в кадре или за кадром, это уже, как говорится, время покажет. Вот, но пойдем сегодня именно за ним. Хотел сделать репеллер, чтобы на меня меньше всякой говно агриться, а в итоге узнал про, ну, вот такой отварчик. Отвар из кактуса, который вас сделает менее заметным. Посмотрим, как он сработает. Что, как, нигде будет. Выпьем вот эту штучку и отварчик. Давай еще один отварчик. Отварчик делается легко и просто из кактусов. Кактусы добываются в зиме. И если я не ошибаюсь, телепортироваться в снежный биом куда-то на Ешечку. Вроде даже то... Во второй вроде бы серии я ее добывал. В общем, где Аргентавис отомил, или в третьей серии, где Аргентавис отомил, там, собственно, он и добывается. И, кстати, есть такая штука, итоговый тест гамма. Это же, по сути, босса даже, да, надо... То есть это уже на босса, на миссию. Если вот на босса, то можно будет уже сходить в ближайшее время разнообразить миссии боссом. Еще неутешающие вести, это 168, чтобы пройти альфа. А 168, это я посчитал, за исключением в болотном биоме Додобола, командного. То есть если вычесть из 176 три миссии Додобола и три миссии в лунном биоме Лампобола, вот это вот, да, космический джем, там три, получаем 170 миссий. То есть у нас мы можем не пройти всего лишь две миссии из всех, учитывая, что даже все заметки соберем. И это меня очень сильно не радует. Ну ладно, с этим уже будем разбираться ближе к концу, что как где. А пока что погнали в вулканический биом. Пойдем в вулканический биом на Бластелкере, не знаю, но он по идее более такой удобный. Тихо, куда я там собрался? Не то нажал. Более удобный для путешествия. Пойдем на... Я не знаю куда. Давай на эску куда телепортироваться. В общем, к самому вулкану, там как такового ничегошеньки нету. Всегда нужно добираться пешком. Да уж. Не самый лучший вариант, куда я мог тпхнуться. Но зато здесь ты пхаешься и попадаешь, так сказать, в самое безопасное место. Здесь одни травоядные. Ну ладно, чё, добежим. Так, в общем, вход у нас примерно хоть какой-то нашел. Находится примерно здесь. Давай сразу же заюзаем костюмчик и отварчик. Давай сразу же также на скорость. Выкинуть. Буду пробовать не на Бластелкере туда огорцевать, а немножечко по безопаске. Все-таки, да, без Диноса, но это получится без, по безопаске. По крайней мере, по безопаске для Диноса. Вот, и будем уже пытаться пробовать, что как где. Я не могу пройти мимо глюка. Пошел. Ей, я жив, я молодец. Черт, они уже стреляют в меня. Пошли вон, ублюдки. Так, текаем отсюда.
Ай-яй-яй! Они просто видят Бладсталкера, поэтому они по нему стреляют. И это как бы логично! Черт! Черт! Срань! Ху! Я жив? Я жив, отлично. Ну, вроде как, оторвались ото всех. Я понять не могу. Они на меня агрятся? Вроде бы агрятся. Надо, значит, Бладсталкера выше поднимать. И, кстати, здесь очень дофига кристаллов. Ну, в смысле, вот этих кристаллов, которые... это, которые осколок элемента, ешкин кот. Надо его тоже добыть, однако. Так, ладненько. Ладненько. А, это не та кнопка! Че я хотел X зажать? Оп. Так. Как бы это ни звучало... Это было... безопасно! Я забыл, что у меня... долбанный... В смысле? Я прям к яйцам упал. 45-95? Огонь! Текаем! Текаем! Давай! Пошел в жопу! Не стреляй! Братан! Тихо! Попал! Не попал! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Пожалуйста! Пожалуйста! Эй, отхиляйся. Я забыл, что у меня на этом сраном костюме нету... Черт, как тебя зацепиться-то? Нету этого... крыльев! Я просто спрыгнул, думаю, что я сейчас полечу! А я не полетел! Кайф! Давай! Пошло все нафиг. Лососни тунца. Отлично. Это было неожиданно. Но, черт побери, у меня получилось. Ё-моё, как-то... Я просто спрыгнул к самому яйцу. Да ну нафиг. Я просто по случайности упал еще прямо к самому яйцу. Не, это конечно, классно. Это, конечно... Эй! Да пошел ты, собака! Кто придумал эти крюк-кошки? Вот! Альпийские крюки, которые мне еще нужно... Как отсюда выбраться? У меня просто эти крюк-кошки закончились. О, отлично! Отлично! Выбираемся. Здесь место безопасное должно быть. Отлично! Просто отлично, черт побери! 95-й левел! 95-й левел! Да это ж просто огонь! Огонь! Нафиг все! Я так скажу, мне 95-го левела вполне достаточно. Пошли нафиг! Добрый вечер! Аридоверчи, нафиг идите. Да пошли вы все. А не подскажете, где здесь выход? Да что тебя кособочит-то куда-то в бок? Вау! Ой, там магмозавр. Не, заметочки тогда потом. Не хочу сейчас даже связываться с заметками. Но, что я могу сказать? Я жив. У меня есть яйцо магмозавра. И можно текать до дома. Вау! Голову себе запусти, свой булыжник. Что нафиг?
Нафиг иди! Паутиной своим стреляется. Выход лучше покажи где. Я ж не помню. Хотя я телепорт поставил около пещеры. Но я хочу выбраться пешком. Телепорт это уже крайний случай. Ну, в смысле, это был на тот случай, если я сдохну. Если что. Но я не сдох. Кто красава, я красава. Сейчас осталось только выход найти. И не сдохнуть еще раз. И будет вообще все огонь. Я же так подумал. Выход. Телепорт. Ой, да нафиг вас всех. Так. Так, давай. Давай. Океанический. Вроде бы сюда. Готовлюсь. Давай. Я долго отбиваться не смогу. Наверное. Да не, смогу, нормас, сильно не торопись. Просто это телепортация домой. Я вспомнил. Координаты подтверждены. Телепортация завершена. Телепортация завершена. Отлично. Вон хвост этого козла. За какую-нибудь миссию мне все-таки дадут седло на тебя. Там вроде как дают за какую-то миссию седло. Но сам факт того, что мы сделали это. Скинули всякое говно. Ну, в смысле, ресурсы. А вот теперь скидываем всякое говно. Урончик. Отлично. Отлично. Погнали, сразу же закидываем сюда. Текущая температура. Да понятное дело, ты мне задана температура 100. А могу ли я? Так, вообще я могу здесь вырастить. Инкубация яйца. А, ну все нормально, текущая температура 100, инкубация яйца, по идее, должна идти. Или оно... Ага, во, пошло инкубация яйца пошла. Все отлично. Ну, 100 градусов, конечно, дофига. Он просто как-то непонятно идет. Но все отлично. Все просто супер. Если я не ошибаюсь, где-то я видел, что вот это говно нужно. Поэтому сразу же возьмем ее. Слушай, а давай еще ее и закинем в эту кормуху. Потому что я не помню, где я читал про то, что это говно нужно типа для магмозавров. Ну, возможно, возможно, я что знаю, что ли. Вот, поэтому давай вот и сюда, короче, засунем. И вот сюда, короче, засунем. И вообще все будет хорошо, я в этом надеюсь. Я в этом надеюсь. Так. Отлично. Закидываем вот это. Так. Офигеть! Новое поколение, самка и самец. Так, и что тут у вас по урону? 39-44. Да нормально! Нормально! Скорость передвижения, конечно... А, не, подожди, это привязка. Скорость передвижения 35, а у тебя скорость передвижения... Тоже 35. Ну, нормально, быстро бегать, на том хорошо. Так. Ну, инкубация это идет же. Здесь же тоже идет. Да, она должна в ноль уйти. Да-да-да, во, все. Огонь, инкубация прет. Просто супер. А я сейчас почитаю лучше про магмозавров, на всякий случай. Там вроде бы надо... Надо амбравра... Вроде это, я не знаю. Сейчас почитаю. Ну да. Это оно, то, что мне нужно. Остается только дождаться. Чуть-чуть осталось. Чуть,
чуть-чуть. Вот только единственное, что у меня... Да, все правильно. Это автоматически, чтобы он автоматически не выбрался. Из яйца не вылупился. Так. Текущая температура 33. What the fuck? Ну, инкубация же идет. Идет. Отлично. 100%. Так. Оп. Супер. Заклеймить. Не, не и. И в тебя сразу закидываем. Да? Уделите внимание питомцу. Господи, опять я выращиваю. Опять я выращиваю. Ну, ё-моё. Как меня это задалбывает, честно. Ну, тебя, братан, выращивать без вариантов нужно. Погнали. Простите, сеструня. Опять выращивать. Ты только воду не грохни. Здесь кругом вода, твоя стихия только от платформы. Понял? Поняла? Все, короче. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, амбра лежит. Это лежит на всякий случай. Не, давай вот так лучше сделаем. Вот. Это лежит на всякий случай. Это меньше испорчены. На тот случай есть фон. Она попросит именно эту. Вот эту фигню. Ну а здесь тоже сейчас все вылупится и все будет огонь. Да. Только надо вот это перетащить сюда. Так. Не, погоди, давай сделаем другое. Так тебя будет перетаскивать намного легче. Вот. А, ну ладно, лишним не будет. Я не увидел. Делаем вот так. Ну давай сюда. Потому что как минимум потом они еще застревать начнут в этой всей фигне. Все. Отсвистываем и ждем. Ну и заодно там надо параллельно этих всех выращивать. Отлично. Здесь тоже 100%. Чпаньк. Чпаньк. Отлично. Да не ВЦ. Все. За мной. В голову, ну серьезно. Беру за мной. Отличненько. Тоже сразу же закинуть в них. Ай, мясо надо закинуть. Сырое мясо. Ой. Ну, 25 тебя, 25 тебя. Отлично. Жить будете. Так. Вот так. И вот так. И вот. Меня все прикалывало. Мелкие рексы, это прикольно. Так. У тебя все хорошо? Все нормас? Все нормас. Малые бегут. Бегут малые. Так, давай отсвистаем. И сразу же сюда. Так, в смысле, я в тебя не закинул? Я два раза закинул в одного и того же, походу, дела. Ну, тоже пойдет. И... Ага. И тебя. Ну все. Прикол. Чисто, короче, такие прям это писклявые. Я прям это представляю, это типа такие. Вот это вот все. Не то что вот. Блин. Ладно, фиг с ним. Это все равно прикольно. Так, что тут по мясу? И че ты жрать мясо? Так, погоди, а у тебя уже сколько там? Ты в кормушку-то можешь уже залазить? Нет, не можешь пока что. Блин, нифига себе, не мясо жрать-то, а? Вот это как-то неожиданно. Так, делаем так. Ага, вот. Я вот так там и не заюзал. А ты что, уже с кормушки хаваешь, что ли? Ты что-то там хавал? Ла. Ну, отлично.
Отлично, чтобы не застревали в текстурах. Потому что они только на земле нормально в текстурах не застревают. Ну все, ждем, надеемся и верим. Через 3,5 минуты что-нибудь попросит. Ну а с другой-то стороны, что? Вырастут они сами. Показывать как таковое нечего. Как яйцо спер, я показал. Как выращивать, показал. Вылуплять из лица. Эй, конкубатор. Вообще, все фигня. А это означает что? Выращу я их за кадром. Чего, блин, ваше время зря тратить? И сами все знаете, как это дело выращивается. Тем более на Рексах я уже не раз показывал. Ну а я на этом уже с вами пожалуй прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. И, конечно, делиться моим видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока!